Всем привет! Сегодня у нас на обзоре американский самолет Grumman OV-1D Mohawk от компании Roden украинской в масштабе 1.48. Вот такой вот бокс-арт. Будто бы нарисован на... С одной стороны можно увидеть описание данного самолета на разных языках, где он эксплуатировался, что за самолет и так далее. Если вам интересно узнать побольше об этом самолете, загляните хотя бы в Википедию. На другой стороне коробки представлены варианты окраски. Ну и перейдем к рассмотрению содержимого. Итак, первое, что рассмотрим, это инструкция по сборке. На первой странице у нас представлено описание данного самолета. Тактико-технические характеристики данного самолета. Перейдем далее. Посмотрим, что дальше. Дальше у нас раскладка литников, всевозможные обозначения, нужные для сборки данной модели. Ну и сама сборка. Инструкция отпечатана на обычной бумаге. Не сказал бы, что очень качественный, но все читабельно и понятно. Далее здесь мы можем увидеть страницу с схемой обдекаливания модели и окраской. Также таблица с цветами, необходимыми для покраски данной модели. И еще один вариант окраски. Итак, первый литник данного набора представляет половинки фюзеляжа, некоторое количество оперения данного самолета. Литье неплохое, крой хороший. Клёпа нету, и, возможно, его придется немножечко прокатывать. Но здесь обязательно нужно будет уточнять это на фотографиях, поискать в интернете. Так, далее у нас идут литники с навеской всевозможной и элементами самолета. Здесь представлены лопасти пропеллеров, да, сиденья для интерьера, подвесные топливные баки, колеса шасси, обтекатели двигателей всевозможные и подвесы. Качество литья неплохое, но на некоторых деталях все же присутствует некоторый облой. Я думаю, что это не составит труда зачистить, обработать перед сборкой. Качество пластика довольно-таки хорошее, пластик. И посмотрим далее. Так, следующая рамочка у нас содержит элементы консоли крыльев, верхняя и нижняя часть. Качество опять же хорошее, крой четкий, довольно в меру глубокий, но клепа нет. При желании его можно, как я уже упоминал ранее, его можно прокатывать, если вы умеете это делать. Следующий литничок содержит подвесной такой кофр для дополнительного оборудования. Ничего здесь сверхъестественного нет, но сразу могу отметить, что на этом куфре придется делать швы сварные. Далее рамка содержит стойки шасси, элементы интерьера, пол, стенки, перегородки и всевозможную мелочевку. Также обтекатель носовой, грубо говоря, да? Литье опять же неплохое, мелкие детали выполнены хорошо, без облоя, без двигов, все как надо. Еще один вариант подвесного кофра для оборудования. Здесь уже присутствуют ручки, возможно, из этого набора можно собрать какие-то вариации, модификации. Это опять же надо уточнять, немножечко поднимать матчасть. Отлито все неплохо, присутствует на некоторых деталях небольшие утяжины, но не криминальные, то есть достаточно обработать будет только наждачкой. Далее листик с декалями, напечатан на довольно приятной декальной бумаге. Надписи мелкие, некоторые даже из них читабельные, можно прочитать их. Отдельно приложим фотографию, покажем. Представлено несколько вариантов опознавательных знаков для разных стран. И последний литничок в этом обзоре – это стеклянные элементы. Выполнены они довольно хорошо. Стекла имеют довольно хорошую прозрачность, никаких мутных разводов нет. Через большие стеклянные элементы хорошо все видно.
Также для этого набора существует хорошее количество автомаркета. Это фототравление, смоляные элементы. Ищите в сети. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, добавляйтесь в группу ВКонтакте, добавляйтесь в чат в Телеграме, заходите в Инстаграм. До новых встреч!